Поясная сумка от компании Kessler Supreme. Kessler Supreme в основном это, конечно же, производитель ножей. Вот, но есть у них вот такие аксессуары, для, ну, тактические аксессуары. Одни из них это вот такая вот сумка. Поясные сумки очень удобные, в последнее время я их очень полюбил. Обожаю делать на них обзоры. Вот, потому что прям представляю, что сюда можно положить и как это реально в реальности удобно использовать. Ну, конечно же, эта сумка не на каждый день. Ходить вы там каждый день носить здесь телефон не будете. Вот, эта сумка для каких-то вылазок, для, может быть, забросок, для там, ну, когда вам там, допустим, по каким-то причинам рюкзак неудобно брать, либо рюкзак слишком большой, чтобы туда что-то ложить, какую-то мелочевку раскидать сюда. Но часто возникают ситуации, когда и рюкзак на тебе, и вот такая поясная сумка на тебе спереди тоже. То есть у тебя что-то тяжелое, условно. Да, кстати, большой рюкзак, допустим, у вас сзади в какой-то, ну, какой-то каком-то походе, экспедиции. И вы можете одеть вот сюда вот еще дополнительную вот такую сумку, куда можно положить самые-самые необходимые вещи. Причем объем этой сумки позволяет положить сюда и дождевик, там, и какое-то термоодеяло, там, и водичку закинуть, и бутерброд положить. Короче говоря, здесь прям очень много места. Вот. Здесь получается у нас 4 кармана, одно основное отделение и 2 вот таких вот кармана сверху, да, и 2 кармана вот таких боковых для таких очень каких-то маленьких вещей. Сюда там удобно какие-то таблетки положить. Я думаю, вот такие, чтобы прям были в быстром доступе. Сменные аккумуляторы, возможно, для рации подойдут, батарейки там и прочее. Фонарик сюда можно положить. Вот. Ну и вот такая сумка. Очень классная